Вот такую камеру я собрал. Это было долго, мучительно, мелкая моторика, там винтики маленькие, надо знать, куда что вставлять. Зрение, слушайте, но, честно говоря, работа не для каждого, скажем так. Для молодежи, наверное, вот проще. Вот человек собрал, быстрее, позже меня начал, быстрее закончу. Поэтому вот так вот. Все. Можно снять? Можно, конечно. Вот это человек, который помог все это сделать, мастер-класс провел. Спасибо ему. Многим людям такой мастер-класс провожу. Очень много людей на производстве у меня работает. Уже давно этим занимаюсь. Мастер, да, понятно. Мастер-педагог. Да, да.